Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Последнее видео с покупками одежды я делала еще осенью. Сегодня хочу вам показать нас несколько последних покупок, в которых я проходила часть весны и уже начало лета. У меня получилось собрать базу, которую я ношу постоянно. Все очень бюджетно. Светлая сумка, которую вы сейчас видите, она из Мохито. За 1500 рублей она была по скидке. Еще в ролике осенью, когда я купила себе светлую верхнюю одежду, бежевые зимние сапоги, я говорила, что никак не могу найти и купить светлую сумку, которая бы мне понравилась. Эта сумка мягкая, удобная, кремового цвета, все как я хотела. И теперь рука тянется носить только ее. Другие сумки сейчас не ношу, только эту. Джинсовка. Объемная. Купила совершенно случайно. Забрела в торговом центре во вновь открывшийся магазин. И я никогда о нем таком не слышала. Называется Син Сэй. Кажется, надеюсь, что я правильно произнесла и правильно прочитала. Как я поняла, это китайская марка товара. Стоила она 1800 рублей. Я решила ее купить. Мне очень понравился цвет, она объемная, я купила еще размер побольше, М. В итоге, все время, когда было прохладно весной, конец весны, и сейчас я постоянно в ней. То есть, вот, она подходит ко всему, в ней очень удобно, я ношу ее поверх платьев, с юбками и так далее. Очень нравится цвет, она очень тяжелая, но мне нравится. Джинсовая юбка Зола. Также совершенно внезапная покупка, незапланированная, просто гуляла, зашла в этот магазин и увидела юбку по скидке за 1500 в размере S. Мне она нравится, она абсолютно не тянется, по-моему, очень удобная. Все вещи на себе я покажу в конце ролика. Мне в ней комфортно. В Нью-Йоркере закупилась вот такими белыми футболками. Нравятся они мне очень. Качество нравится, цена очень нравится, по 299 рублей. Обычные белые футболки нравятся, что нет никаких на них надписей. В Мохито на распродаже увидела белые кеды. Они мне большеваты, но я купила и ношу с удовольствием. Стоили почти 1000 рублей, мне они очень нравятся. И это обычные кеды, которые получилось так, что заменили мне все остальные мои кеды и все остальные цвета кед. Получилась очень базовая обувь и действительно ко всему подходящая. Ну, здесь еще стразики мне тоже очень понравились. В общем, ношу не снимая. И моя самая любимая покупка. Босоножки кремового цвета от Лина Морана. Когда-то давно я покупала и носила обувь Лина Морана, покупала и сапоги, и босоножки, и туфли, и вынашивала я их прям, можно сказать, до дыр. У них обычно очень удобная колодка. Мне в них нравится все. Цвет, форма. Я уже пыталась ходить в них на дальние расстояния. Очень удобно. Стоили они где-то в районе 1500 рублей. Вы знаете, я просто в восторге от них, от того, как они смотрятся на ногах. От их цвета, я не знаю, на камеру передается так или нет, он такой кремово-бежевый. Теперь все вещи на мне. Это моя база и вещи, которые нравятся мне в этом сезоне. Сочетаются с моей остальной одеждой, с моим гардеробом. У вас все может быть иначе. Сейчас я вам показываю джинсовку. Здесь кеды, юбка, футболка, сумка. Все ношу вместе и раздельно с остальными вещами. Целенаправленно я искала только сумку. Причем такого цвета и вот настолько мягкую, она очень мягкая, я искала почти год. Но это мне сумка очень нравится. А все остальные покупки, которые я вам показала, они все получились абсолютно внезапными и незапланированными.
И теперь как выглядят босоножки? Сегодня я показываю только ту одежду, которую считаю для себя базовой. Потому что я могу ее носить со всем своим остальным гардеробом, и она абсолютно ко всему подходит. Это все видео на сегодня. Моя база одежды. На это лето. Ну, на часть весны уже. И, возможно, на часть осени. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.